Люди, которые радуются израиль-иранскому конфликту, не понимают, наверное, того, насколько это серьезно. Тут не война за освобождение, тут не война за территорию, за влияние. Тут война режимов, принципов, усталости друг от друга на этом земном шаре. К большому сожалению, такое тоже может быть. И те люди, которые вот этому радуются, либо сидят где-то далеко-далеко и не соприкасаются ни с теми, ни с другими, либо вообще понятия не имеют, что происходит на самом деле. Это коснется каждого. Поймите, да, своими мозгами. Например, мы граничим с Ираном. Армения соседняя тоже граничит с Ираном. Турция совсем близко. Ирак, Сирия и т.д. и т.п. Конечно, если вы там где-то далеко сидите, вам все равно. Да? А мы-то тут не думали об этом. Поверьте, мир нужен всем. И те люди, которые кайфуют от того, что там началось, сейчас кому-то прилетит, или там кто-то пострадает, не понимают своими мозгами, что когда воюют режимы, страдают обычные люди. Вот воюет режим, а страдаем мы. Обычные люди. Это миллионы беженцев, это десятки тысяч пропавших, исчезнувших с лица земли людей. Подумайте о них, о их семьях, о их женах и детях, о их мамах. Окей? И включите мозги. И не забывайте, что это может коснуться каждого. Спасибо.